Армагеддон. Место финальной битвы добра со злом, которое должно обозначить конец времен. Но почему именно окрестности холма Мегиддо должны стать этим местом? Возможно, потому что здесь произошла первая битва, где египетский фараон Тутмос III разбил ханаанских царей? Вряд ли это так. Добру равно как и злу. Нет разницы, в каком месте должна произойти последняя битва между ними. Ведь в ихнем распоряжении вся вселенная. И таких планет, как Земля в этой вселенной, так же много, как песка на всех пляжах Земли. Но и это было бы еще полбеды. Все дело в том, что добро и зло не смогут существовать друг без друга. Они взаимосвязаны, точно так же, как связаны между собой протон и нейтрон в ядре атома. Вне зависимости от того, победит в этой последней битве добро или зло, это будет означать гибель и самого победителя. Другими словами, эта битва, как для добрых, так и для злых сил, будет означать самоубийство. А если это так, то тогда и вовсе нет смысла в этой битве. Слово «Армагеддон» в Библии встречается всего лишь один раз, в книге Откровений. И, наверное, не случайно, ведь все авторы Библии – выходцы с Ближнего Востока, которые знали о стратегическом расположении холма Мегиддо и близлежащей долины – Израиль. За более чем 4000-летнюю историю эти земли стали свидетелями многих кровавых сражений. Стратегическое положение холма Мегиддо и исторические события этого места послужили источником вдохновения для Иоанна Богослова. Но если же битва здесь и случится, то она снова, как и прежде, будет между людьми. Ведь на Ближнем Востоке всегда неспокойно. Армагеддон – это не битва между Богом и дьяволом, а битва между людьми, между религиями и людскими цивилизациями, между Западом и Востоком. Но в книге Откровений есть еще один персонаж. Это некий всадник, сидящий на белом коне. Иоанн Богослов говорит о нем, как о царе царей и Господе господствующем, или об Иисусе Христе. Но давайте посмотрим вот на какой факт. Иоанн лично знал Иисуса Христа и в дни своей молодости был одним из его учеников. Откровение же Иоанн Богослов получил в ссылке на острове Патмос, что в Эгейском море, спустя много лет после распятия Христа, будучи в зрелом и преклонном возрасте. Часть из этих откровений он получил тогда, когда удалился в безлюдное место, где в течение 10 дней он постился и молился. А после того, как он собирался выйти, был к нему глаз, который сказал ему следующее: «Сотвори в пещере другие 10 дней, и откроются тебе многие великие тайны вместе этом». Иоанн провел еще 10 дней в посте и молитве. Тогда был он в ужасе великом, так как видел силы великие. Но мы с вами живем в 3000-летии, и многие вещи мы можем объяснить с точки зрения науки. Первое же, что хочется отметить, это глубоковерующий человек, без еды, находится в полном одиночестве. 10 дней, а затем еще 10 дней, в пещере. В такой ситуации привидеться может все что угодно.
Многие скажут, ведь он святой. Но если же даже не сомневаться в его святости, то при всем при этом он остается человеком. И все человеческие сбои в организме, вызванные преклонным возрастом и голоданием, не могли обойти его стороной. Да и ностальгия по ушедшей и наполненной разными яркими событиями молодости ему также была не чуждой. В ссылке, на чужом острове, вдали от родной земли. Но поскольку он был человеком духовным, то и видения, которые он видел, соответствовали его духовности. Другими словами, вполне возможно, это могли быть галлюцинации. Но если посмотреть на все это с точки зрения закона притяжения, то мы увидим совсем иную картину. Итак, высокорелигиозный человек 20 дней постится и усердно молится, тем самым притягивая к себе определенную энергию, которая и проявляется в виде ангела. Из физики мы знаем о том, что энергия может создавать образы и пребывать в них. Поэтому то, что видел Иоанн, вполне могло быть реальностью. Теперь давайте посмотрим на то, в какое время жил апостол. А это был первый век нашей эры. И здесь следует учитывать тот фактор, что 2000 лет человек воспринимал окружающий его мир иначе, нежели мы воспринимаем его сейчас. В соответствии же с его восприятием и была ему дана та информация, которую он получил. Ну, например, если бы Иоанну показали ядро атома, а затем ядерный взрыв, компьютер, смартфон, то явно он бы ничего не понял, и этой информации не смогли бы понять и другие люди, ведь подавляющее большинство людей тех далеких времен не умело ни читать, ни писать. И как им можно было объяснить, что такое адронный коллайдер? Уверен, что даже в наши дни большинство рода человеческого ничего об этом самом коллайдере и слыхом не слыхивало, а если и слышало, то не понимает, что это и для чего его построили. Иоанну же была дана та информация, которую он мог воспринять сам, описать и объяснить людям не только своего времени, но и многим поколениям почти на 2000 лет вперед. Ко всему этому можно добавить и ностальгию Иоанна по родным местам, которые он отчасти и описал в некоторых главах Откровения. Ведь вполне логично было бы предположить то, что битва добра со злом могла бы произойти, например, в Ливийской пустыне. Но о ней, по всей видимости, Иоанн имел весьма смутное представление. Если же предположить, что Иоанну Богослову действительно была дана информация о последней битве добра со злом, то дана она ему была только так, как он ее мог понять, и так, как могло ее воспринять общество, в котором он жил. А ведь подавляющее большинство этого общества было неграмотно. Армагеддон – это не конец времен, а конец некой эры в жизни человечества и начало нового мирового порядка на Земле. Выше мы выяснили, почему конец времен невозможен и почему невозможна битва Бога с дьяволом. Вкратце повторюсь. Бог и дьявол – это суть две энергии во Вселенной – положительная и отрицательная. Они взаимосвязаны друг с другом, и одна без другой существовать не сможет. Подобно тому, как не смогут существовать друг без друга протон и нейтрон в ядре атома. Если же такая битва когда и произойдет, то случится она далеко не на Земле. И этот апокалипсис будет вселенского масштаба. Не станет ни добра, ни зла, ни галактик, ни звезд, ни планет. Будет абсолютная пустота. Такой сценарий не устроит ни одну из сторон. Ведь они-то это знают, и даже лучше, чем мы. Thank you.
зло же творят на земле люди. С самых первых лет своего существования человечество погрязло во лжи и убийствах. Ведь земля близ Мегиддо за всю многотысячелетнюю историю обильно полита человеческой кровью, которая была пролита во имя богов и религий. И если эта битва произойдет, то только исключительно по воле людей, прикрывающихся религиозными догмами, оправдывающих свои преступные деяния, якобы несущие добро. Но и любое убийство – это преступление, во имя чего бы оно ни совершалось. За последние несколько лет пролито очень много крови. Непрекращающаяся война в Ираке, Ливии, Сирии. Разве это не начало апокалипсиса? А ведь эти страны находятся не так далеко от долины Израиль и холма Мегиддо. Но только вот в том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, виноват не Бог и не Иисус, и даже не дьявол. Во всех этих кровопролитиях виноваты люди, которые во имя своих религиозных понятий и химических реакций, происходящих в их воспаленных мозгах, жажды власти и жадности, прикрываясь богами и благими намерениями, сеют смерть и разруху, обрекая на страдания тысячи своих братьев и сестер. И ни бог, ни дьявол, ни вселенское добро и зло в этих преступлениях не виноваты. Если бы они этого захотели, то в нескольких десятках световых лет от нашей Солнечной системы зажгли бы квазар, а его смертоносный джет направили бы в нашу сторону. После такого удара не то что все живое, а вся планета была бы испепелена в десятую долю секунды. Вот что произойдет, если вселенское добро и зло захотят очистить Землю, а затем насадить новые виды жизни. Но пока этого не произошло, и по меньшей мере в ближайшие несколько миллионов лет не произойдет. Так что Армагеддоном человечество будет спекулировать, прикрывая свои преступные деяния еще достаточно долго. А вы берегите себя и своих близких, и подписывайтесь на наш канал, у нас будет еще интереснее.